Институт дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета «Обитель творчества». Его студенты изучают основы создания комфортного пространства. До настоящего момента были открыты направления дизайна интерьера, архитектурных сооружений, моушен и коммуникативного дизайна. С нового учебного года институт откроет новый профиль подготовки – архитектуры и инженерия. Направление удачно встраивается в наш институт. Наш институт отвечает за художественную творческую компоненту в КФУ. Архитектура – это как бы такая обобщающее направление, в которое включает множество различных направлений после выпуска архитектора может работать как и дизайнером, так и архитектором, так и в сфере благоустройства улиц, да, и в рекламе. То есть такая комплексная профессия. Новое направление откроется как для бакалавров, так и для магистрантов. Особенность его заключается в том, что студенты будут учиться проектировать здания с учетом всех технологических аспектов. На выходе получатся практикоориентированные специалисты. Преподавать будут практикующие архитекторы. В чем особенность, да, нашей программы, что у нас будут архитекторы выпускаться, они будут на грани с инженерами. За это у нас так и направление называется архитектура инженерии. То есть студент будет учиться придумывать и создавать как архитектурный образ объекта, объемно-пространственный, планировочное решение, также и понимать, как он с точки зрения технологий будет функционировать. Для того, чтобы поступить на новое направление, необходимо сдать ЕГЭ по профильной математике и вступительный экзамен. Поскольку направление творческое, большую роль будет играть именно представленные абитуриентам работы. Мы планируем набрать одну группу. То есть эта группа такая будет у нас экспериментальная, если хотите, ее можно назвать такой премиальной. Да, то есть мы на нее бросим все силы, так как это наш первый поток будет. Вот. В этом году у нас архитектура только платные места. Это также подчеркивает некую особенность, да, этой группы. Вопросы относительно нового направления вы в любой момент можете задать представителям Института дизайна и пространственных искусств. Для этого достаточно связаться с ними по электронной почте или в социальных сетях. Юлия Коваленко, Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универ Ньюс.